Для того, чтобы приготовить самый полезный салат, достаточно взять репу, натереть ее, добавить туда свежайших хлопьев из пророщенного жита или пшеницы, добавить туда пророщенной чечевицы, добавить туда конопляного протеинчику, добавить туда щепотку сванской соли от Анечки Олодовской, ну и, конечно же, добавить туда немножко масла. Я очень люблю в такой салат добавлять тыквенное. И у нас с вами получается лечебное, настоящее, очень кулинарно вкусно, потрясающее блюдо. Хлопьям дадим постоять теперь немножко в масле и в соке наших проростков. И через 15 минут у нас с вами будет живая, здоровая и могучая еда. Будьте здоровыми, друзья. Свершений вам. Быть добру.